Приветствую. Меня зовут Ранвир Синг. Я хочу узнать истину об амбициозности. Я очень амбициозный человек. Я не уверен, хорошо это или плохо. Как это влияет на меня и на других людей? Ранвир называет себя очень амбициозным человеком. Но, к счастью, в своей амбициозности он сохранил свою шутливость и игровой настрой, потому что, как правило, амбициозные люди становятся вот такими. Вначале их лицо выражает определенный застой. Затем, с возрастом, они постепенно становятся смертельно серьезными. На протяжении всей жизни практикуют свою последнюю позу. Потому что то, что вы называете амбицией, вы создаете в своем уме. Это просто мысль. Вы вкладываете в нее столько жизненной энергии, что вся ваша жизнь начинает вращаться вокруг одной этой мысли. Поверьте, ни одна мысль не стоит того, чтобы вкладывать в нее всю жизнь. По сути, начиная с детского сада, преподаватели и родители настраивают детей следующим образом. Ты должен быть первым, то есть единицей, самым низким числом в системе исчисления. И эта идея, быть первым, постепенно преобразуется в амбиции. Она может принять разные формы, но по сути не выйдет за пределы амбициозности. Причина, по которой люди становятся амбициозными, они не знают другого способа мотивировать себя на достижение успеха. Как двигаться к успеху, не устанавливая цель? Вот в чем основной вопрос. Быть амбициозным — это хорошо или плохо? Это ни хорошо, ни плохо. Просто это очень ограниченный способ жить. Потому что какими амбициями вы можете обладать? Ваши амбиции — это то, чем вы уже обладаете, увеличенное в 10 раз. Если вы очень храбры, вы увеличите это в 100 раз. Если вы безрассудны, увеличите в миллион. Но это просто увеличение того, что вам уже известно. У вас не может быть амбиций по отношению к тому, что вам абсолютно неизвестно. Для того, чтобы в жизни человека раскрылись абсолютно новые возможности, и самое главное, для того, чтобы раскрылся гений человека, очень важно, чтобы мы создавали не амбициозный мир, но очень радостный и вовлеченный мир. Если вы очень радостны и абсолютно вовлечены в то, что вы делаете, то в зависимости от ваших способностей вы будете развиваться настолько, насколько это возможно. От вас требуется лишь постоянно улучшать эту машину, чтобы она работала на более высоком уровне. Чем бы вы ни занимались. Так что, возвращаясь к Ранвиру и другим, для меня вы недостаточно амбициозны. Не создавайте никаких установок и постоянно поддерживайте вот это на максимальных оборотах. Посмотрим, куда вас это приведет. Кто знает, куда это вас приведет. Возможно, вы окажетесь там, где вы не могли и мечтать оказаться. Если в вашей жизни будет происходить только то, что вы себя представляете, это будет очень жалкая жизнь. Так что не ограничивайте себя амбициями, потому что человек — это безграничная возможность. Жизнь — это исследование этой возможности.